Сегодня нашей организации Всеукраинское Содружество «Поиск пропавших детей» 8 лет. Мы сегодня с ребятами-волонтерами собрались в партизанской балке провести учебные занятия, научиться искать пропавшего человека, подвести итоги поисков и провести несколько тренингов. Один из них тренинг будет по оказанию первой медицинской помощи. Тут у нас есть карта, есть двое пропавших. Будет выходить две группы поисковых. И с применением нашего дрона «Следопыт» будем искать посадки в полях этих двух человек. Всем удачи!